говорить с точки зрения политолога, политконсультанта, то я хочу сказать, что самая главная интрига в этих выборах в каждых регионах, сумеет ли Единая Россия удержать власть. Потому что очень много регионов сложных для Единой России, сложных для власти, где очень сильные протестные настроения. У Единой России стоит задача власть удержать, избрать своих губернаторов, получить большинство в региональных парламентах. У оппозиции состоит задача Единую Россию лишить этой пальмы первенства. И вот это будет самая главная интрига, самое главное шоу, которое будет разворачиваться в ближайшие 3 месяца на 30% территории Российской Федерации. Вот.